Дорогие, сегодня я участвовал в одиночном пикете. Предварительно была встреча с депутатом Митрохиным. Отойдя от группы товарищей, в состав около проезжей части, честно развернул плакат. И через 2-3 минуты ко мне подошла группа сотрудников полиции. И меня под руки взяли двое из них и припроводили в автозак. Они представлялись? Они нет, говорили, они не представились. Я честно говорю, они не представились. То есть полное и не сказали, за самоуправство? Ну, не сказали, пойдемте, давай. Ну, достаточно так крепенько взяли и... То есть цель обращения не сказали? Не сказали, украли, да. Вот, да, это было похищение, да, как мы всегда все шутим, да, похищение. Затем из автозака перевели в машину патрульную и уже доставили вот в Кунцевское МВД отделение. Ну, мы вам хотим сообщить, что все здесь, вот, которые настоящие люди, написали заявление, да, о противоправном действии полиции, что вас забрали незаконно, что есть видеоподтверждение все, да, как бы, что можно доказать, что незаконно было, были бы забраны, да, как бы, и просто так не оставим. Так и образуется гражданское общество, собственно говоря. Мы все участники сопротивления. Спасибо. Все. Один, все за всех и все за одного. Да,